Всем доброе утро, воскресное утро. Всех с прощенным воскресеньем, с масленицей. У нас такая шикарная погода. Сейчас позавтракаю, поеду кататься. И хочу в этот раз вам показать одну хлебопекарню. Ее все хвалят. Вот и Вероника, и Оля. Все говорят, что там очень вкусный хлеб. И один сорт хлеба, покажу вам, похож на наш бородинский. Так, наивкуснейший завтрак готов. Половину куриной сосиски, огурчик. И здесь у меня грибочки, помидорчик и одно яйцо. Кофеечек. Сегодня же воскресенье. Так. Ну и, конечно же, потрясающий вид. Всем приятного аппетита. Червонку скупали, сейчас сразу закудряются. Сразу же закудряются, да? Где Улечка? Ой, ой. Что такое? Что такое, моя щабатечка? Что такое? Ой, какая красавица! Что я хочу вам сказать, уже у нас не то, что весна, у нас лето. На улице прям так жарко, это какой-то кошмар. Так, ладно, я поехала, первоначально поеду, посмотрю, сколько у нас денег на кувейте. Потому что, кстати, у нас карточка гарантии закончилась, и я обязательно вам расскажу, как ее продлять, наверное, в следующем видео. Вот, и потом поеду, покажу вам хлебопекарню, где вкусный хлебушек продают. Мы, конечно, хлеб, я даже не помню, месяц назад, наверное, покупали. Вот, так что поехали кататься. Так, и что у нас здесь? А здесь у нас тучки. Ну, вы помните мою особенность попадать под дождь. Надеюсь, что в этот раз все обойдется. Ну, ничего страшного, тепло на улице, если даже и попаду. А мы хотели с Денисом после обеда пойти на море. Блины есть. Ладно, посмотрим. Поехали дальше. Сегодня, кстати, в центре Алании масленица. Я рукопишу, они все-таки молодцы. И рождественскую ярмарку устраивают, и масленицу. Вот, но мы не поехали. Эх, без машины, конечно, здесь тяжко. Сегодня мне подружка скидывает. Оль, посмотри, сколько типа красивых мест в Турции. И там идет перечисление. Калкан, Каш, Мерсин. Я ей пишу, я говорю, Оль, так мы вообще всю Турцию, считай, объездили. Сейчас как вспоминаю, до мурашек. И я говорю, сколько же здесь красивых мест. Ну и понятно, что везде много красивых мест, в любом уголочке нашей планеты. Но я к тому, что как было классно, когда была машина. О, в районе субботнего рынка выдалбливает еще один заход в море. Вот смотрите, здесь и питы есть, хлебушек. Можно посидеть, чай попить. Сейчас выйду, покажу вам, где это находится. Это вот в Кистели как раз заправка. То есть заправили машину, зашли, купили вкусного ароматного хлеба и поехали дальше. Ну, я, как и говорила, держусь. Хотя там такой запах стоял, это что-то. Ну, я запахом наелась, скажем так. Сейчас еду и понимаю, что сейчас хочется, вы прям, знаете, какой-то яркой-яркой одежды. Сейчас приду домой на трендоле, буду себе выбирать яркую спортивную одежду. Ну и вам заодно потом покажу. Вот так вот эта хлебопекарня выглядит. Можете смело приходить и покупать хлебушек. Да, Турция тоже готовится к выборам. 31 марта будут выбирать мэра Алании. Весь Махмудлар увешан баннерами. Не смогла я проехать мимо этой красоты. О, смотрите. Настоящее чудо. Такие яркие цветы. Ой, как я хочу в горы. Первый раз зашла в этот Карифур. Кистели, смотрите, здесь самом, причем такой приличненький, 159 лир всего. Ну и так вообще много всяких товаров интересных. Пойду гулять. Смотрите, мидии 116 лир всего. Жалко, деньги не взяла. Ладно, будет повод еще приехать. Такая штучка классная, 49 лир. Так, ну раз я по Кистели поехала, решила в этот магазин тоже заехать. Посмотрим, что здесь интересного есть. Не пойму, что это такое, на сигареты, что ли?
Кто знает, пишите. Вот червонка он взяла гостинчик. Смотрите, какие легкие кроссовочки есть. На лето, по-моему, идеально. 199 лир. Маечка хорошего качества. 99 лир. Как раз синяя есть, синюю хочу. Так, что здесь еще интересного есть? Такие футболки. Тоже такие интересные. 179 лир. Так. Сейчас увидела и вспомнила, что мы рубахи-то так и не купили с Денисом. Сколько они сейчас стоят? Надо все-таки осуществить эту мечту. Так, сейчас скажу. 299 так и остались. Одинаковые хочу с Денисом. Так, что еще интересного есть? Детский отдел. Купальники. Так, 274. Такой большой выбор топиков. 109 лир. Вот на спине такие 109. Красненькие есть. Сейчас скажу, сколько. Тоже 109 лир. Надо и мне, и Настюшке прикупить. Настя в спортзал у нас тоже ходит. Такие вот. Ну, и все 109 лир. Смотрите, какая красота. Смотрите, какие полотенца смешные. 29 лир. Да, надо сюда с деньгами подъехать будет. 79 лир. Так, наборчик 104 лиры. 74 лиры. 89 лир. Ой, смотрите, какая милота. 69 лир. Все. Подарок, по-моему, вообще даже очень неплохо будет. Надо взять на заметочку себе. Взяла еще носки себе по 10 лир. И смотрите, кто искал коралки, 134 лиры. Расцветки разные, размеры. О, вот это вот моя любовь, бутылочки. 49 лир. Вот эти уже дорогие, но они железные, 179 лир. Ну, что значит, давно не была в магазинах. Мне так все сразу интересно. И я помню, что я вам задолжала круассан, где продается. Обязательно на этой неделе после работы съезжу и покажу.